вообще в частную зону заехали. Так, интересно. Что тут произошло? Они играют. Детишки такие смирные. Детишки. Иля, проезжай быстрее. Да. Да. Детки. Дядьки. Они решили поиграть на другой дороге. Больше нет. Кругом лес. Красивые места, я вам скажу. Очень много здесь небольших дорог. Вот этот мостик мне знаком, вроде бы. Да, сейчас направо пробегу. О, вот это красота. Так, тут стоп. Типа. Так, очень грязное стекло. Не до этого. И не видно дороги. Да, направо. Не видно? Да. Кто должен за машиной следить? Я считаю, что мужчина. А мне приходится все время, если я не прослежу, то все. Правее сейчас в темноту. Угу. Вот town car. Мы однажды свой дом проехали. Красота. Майн Рид писал о том. Куда? Направо. Мостик. Может. Нет. Ну окей, прямо давай. Тогда придется выехать на 52-й. Вот это, по-моему, наша дорога. А обозначения нет. Думай, как хочешь. Как тебе нравится? Демократия? Пожалуйста. Ну как? Может быть, это
какая-то контора. О, yes. Без слов. Мне кажется, это наша дорога. Скрипит кресло. Сори. В машине столько же лет, сколько лет мы в Америке. Яблони. Яблоки. С яблоками. Красота. Озеро, пруд, дом построили, нарисовали, сделали. Направо. Так, направо. Вообще не знаю, где она находится. Стоп. Как американцы говорят, стоп. А мы что, не, мы что, не американцы? Нет. Но. Не получается. Забывать. Русский вообще нельзя забывать. Я думаю, русским людям очень интересно будет посмотреть. Наверное, прямо Twin Bridge называется. Вот так дрова лежат, заготовка. Лежит заготовка дров. Брёвен. У нас кот поранил птицу.
птичку. Птичку я пыталась спасти. А у меня даже видео есть с такими птицами. И сейчас не могу смотреть без слез, потому что мое спасение не увенчалось успехом. И вот мы решили развеяться, похоронили птичку. Она так пыталась мне помогать, чтобы я ее правильно спасала. Архитектура вместе с панелями солнечными. А архитектура, как таковая, мы считаем, что ее нет здесь вообще. Здесь много интересного. Ну, во-первых, это очень дорого, если ты будешь там, как раньше. Вот. Честное слово, я не знаю, куда мы заехали. Обычно я хорошо ориентируюсь, но мы так редко ездим. Сейчас там. Начинаются вот такие каменные. Типа столбов от ворот. Я так думаю, это район с севера уже. Так, и все-таки мы выехали в район 17, я так думаю. Она здесь везде, она постоянно встречается. Осторожно, 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 там. Не знаю, где дорога. Машина сама ведет. Педали не надо нажимать. Я на нее так ни разу не села. Она очень большая для меня. А, вижу цивилизацию, и надо направо, по-моему, Шапра это нихуя. Ну да, мы около Шапрайт. 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 Направо. Все, мы в Либерти. Как они говорят? Они не говорят либерти, они говорят либеры. Либери, либери. Да. Если мы удачно доедем до дома, я считаю, очень интересный путь мы проехали. Я скажу, что впервые такой большой путь мы сделали. Меня поразило в этом путешествии, что рядом с такими дикими дебрями буквально какой-то небольшой квадрат, гектар, я не знаю, как это назвать, акр, каких-то диких дебрей, где мы в луже были, по луже не были. И вдруг сразу опять идет широколиственный смешанный лес, там все совершенно другое. И видно, что это не люди сажали, а такая
такая разница между этими дебрями, вдруг другой лес, вообще непонятно, как это происходит. Даже мне будет интересно посмотреть свой видос, как это русские говорят, не видео, не ролик, не знаю, фильм. А вот это знаменитый кофе мне нравится. Там пончик мне не нравится, потому что я сахар пончик. Ментальный костей. Ну, пончик вкусный, конечно. Достаточно известная личность кошачья, балетный кот. Шурик из операции не он. Но Шурик. Так, тут что? Вот с другой стороны мы приехали. Очень интересный маршрут. Надо его... Если бы не лужи, надо бы зафиксировать его. Ну а что, по лужам проехали, тоже интересно. Машина-то мощная. Вторая машина более современная, такая модельная. А глядя на эту, люди могут просто либо восторгаться, либо испугаться. Так неожиданно вдруг она выезжает перед глазами. На них бояться, наверное. Вот откуда такое? Смотрите, как красиво. Мой голос, он поставлен. Я его даже боюсь очень, как говорится, показывать. Начинает там, типа Эдельман, Тамара Эдельман, что-то изображать себя 12-летнюю девочку, какую-то манеру взяла. То есть взрослая женщина, она поставлена, и голос имеет от природы. Не надо манеру учиться. И я что-то лепечу по пути. Фанерный домик, смотрите. Ну, наверное, я закончу уже. Пора.